Сильная снежная буря обрушилась на американский регион Новая Англия. Снег здесь идет уже третий день. Непогода оставила без электричества более 200 тысяч местных жителей, омрачив тем самым День Благодарения. Тяжелый мокрый снег ломает деревья и создает заторы на дорогах. В регионе уже произошло много автоаварий. Коммунальщики не успевают расчищать дороги, и рабочие не могут добраться до поврежденных путей электропередач. Поэтому, когда именно восстановят электроснабжение, пока неизвестно.